Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1027. События дня. Евангелие от Луки 18:8. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Объявление. Вчера написал один человек с твердыми знаками везде, есть буквы, вот твердый-то знак как, и буква такая Е с твердым знаком. Ясное дело, что к старообрядцам относится. Доброго времени суток, отец Игнатий. Посмотрел на вашем канале видеобеседы с парнем, который хотел оставить общину из-за желания сбрить бороду. Со всеми вашими утверждениями по вопросу бородобрития полностью согласен. И сам бы горячо желал иметь красивую мужскую бороду, которая пристала мужчине и подобной той, какую во все времена носили православные люди. Однако мне вот уже 27 лет, а борода все толком не растет. Растут совсем немного усы и совсем нелепая реденькая бороденка на подбородке. И все, на щеках вовсе ничего нет. Несколько раз пробовал отращивать, смеются все, да и только. На работе все давят и требуют сбрить, смеются. Не могу работать. Приходится брить. Подскажите, как по вашему разумению, как мне быть, если борода почти полностью не растет? Я уж и средствами специальными пользуюсь, выросла нормально. Только не надеюсь толком на успех. Отвечаю, что делать? Стать настоящим, а не поддельным христианином, получить рождение свыше, и тогда мнение мира и свое отношение ко всему будет согласное со Словом Божьим. Говорите, что смеются. А над чем? Что Бог дал, над тем и смеются бритые яйцеголовые скоблежники своих образин. Мнение мира, как говорит святой Иоанн Златоуст, это писк комара, жужжание жука и карканье вороны. Довольствуйся тем, что тебя Бог сотворил мужчиной, и есть голова и прочее. У тебя есть самое лучшее для тебя и твоей души борода. Довольствуйся этим. Посмотри на бороду Хо Ши Мина, на Дмитрия Смирнова, Всеволода Чаплина. А они на виду у всех, и ни волосинки не изменяют, как Попов, изобретатель радио. Да это и невозможно сделать никакими средствами, как говорит сам наш Творец. Матфея 5:36. «Ни головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Покайтесь в этом грехе и выбросьте бритву и прочее в хлам. Прочтите вот этот материал в книге о бородобритии к истинному православию. Она есть в доме, где вы находитесь. Спросите хозяев. Прочитайте не раз, доучите сказанное, и вам станет стыдно за свою хлипкую, изнеженную, женоподобную плоть и мертвую душу. А бородобрите, страница 258 к истинному православию». Это интересно, когда пишет твердый знак, вот здесь вот он, растут совсем. Зачем? 27 лет, вот твердый знак. Зачем он? Показать, что ну было, но она убрана. Она не так понятна, что лет. Толком не растет. Вот это надо же везде лепить, лепить, лепить. Это же, это ужасно. И буква есть, буква Ё. Все времена вот требуют сбрить. Все давят. Ну, вот это ничего не выгодает этим. А с самого начала даже отец с твердым знаком. Смотрел на вашем канале видеобеседы с парнем. Вот здесь даже сколько посчитаем мы сейчас маленьким. Так это раз, два,
три, четыре, пять, шесть. Вот маленькие, это три, шесть. На каждой строчке два примерно. Ну, два. Ой-ой-ой. На странице это на три строчки. Ну, сколько даже? На четыре строчки. 40 строчек. Это уже 6 на 10. 60. Минимум 60 страниц. Значит, на странице 60 твердых знаков. Ой-ой-ой. 60. А ну-ка, сейчас мы посмотрим статистику. Вот. Статистику. КЛМНО. Статистика интернет. Вот так. Это даже вообразить нельзя, сколько надо было бы писать. Статистика. Статистика. Ой-ой-ой. Это 60 на 750 страниц, это так сказать. Даже взять просто на 700. 6 и 7, 42, 42 тысячи. Ужас. Ай, 30 книг, это сколько страниц будет? Даже это легко подсчитать. И она не нужна, совершенно не нужна. И правильно сделали, что убрали. Лишнее. Пустое. Вот так. Городу не трогать. Даже уж. Уж. Главное, что твердый знак. Зачем? Никогда не ответит. И специально букву И надо знать, где вот такую поставить. Ну нет, ее убрали. Это даже писать, и то надо переходить на другой шрифт. Такой клавиатуры нет. Это он сколько раз переключал, чтобы вот это вставить. Ой-ой-ой. Ну что, события дня. Готовимся к отъезду. Вчера я собрал из трех теплиц, парниками называемых, помидоры. Красные отдельные. Ну, тоже. Так, Володя виноград закрыл, там обрезал. Потом в погреб на семена морковь отвезли, и надо было тоже творило все закрывать. Да. А вечером тут остатки у меня были. Макароны по деревне развезли, по мешку дали всем. Благодетели нам дают. Я везде в бане воду вычерпал, выливал, потому что мы выезжаем, двери заколачивал. Надежде Васильевне надо было скопать грядки. Я наковырял там. Она тем комки не может раздолбить. Так. Ну вот. Готовимся. Собираем нужное. Наши ресурсы можно посмотреть. Вот мой мир. Как выглядит. Тут переписка хорошая. Дальше. Что-то сегодня не смотрел вчера, что было. 238 посещаемость. Ну, маленько есть, вот смотрят, 238. Наш канал. Вот, 25 тысяч подписчиков. Так или не так? 25 миллионов 116 тысяч 663 просмотра. Ну, показывают цифры, я ничего не понимаю. И во свете Библии православный библейский сайт. Вот.
Вот такие наши последние известия. Погода стоит хорошая. У Игоря некуда гречку. На улице все сваливает буртами и закрывать нечем. Ой-ой-ой. Вот где забота-то. Дошел.